Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Меня, надеюсь, слышно? Слышно, да? Ну что ж, сегодня мы с вами поговорим о нетрадиционных методах работы с детьми, которые имеют... которые имеют особые образовательные потребности. То есть это дети, у которых имеются те или иные проблемы в здоровье, и с этими детьми, ну, конечно же, необходимы особые методы, формы работы. Но сегодня мы с вами... Сегодня мы с вами, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, будем говорить о детях дошкольного и младшего школьного возраста. Я позволила вот эти две группы между собой объединить. Почему? Потому что вы знаете, что граница между дошкольным и школьным возрастом, она весьма условна. Вчера ребенок ходил в детский садик, был дошкольником, сегодня он пошел в школу, стал школьником, по сути дела, и его уровень физического развития, уровень психологического развития, в общем-то, он остается, ну, не очень сильно изменился, так скажем, да. Как говорил Филштейн, что дошкольное детство и начальный школьный возраст – это одно пространство, время детства, да? И мы еще с вами знаем, что именно этот период, дошкольный и младший школьный, является наиболее сензитивным в жизни каждого человека. То есть именно в этом возрасте у ребенка формируется те новообразования, которые ему позволят в будущем успешно осваивать весь тот объем информации, который, в общем, для него является актуальным. Да? То есть в это время у ребенка нервная система очень пластична, очень динамична. Да? Ребенок является чистым листом, где мы, в общем-то, выводим свои буквы. Да? Поэтому мы говорим, что это время, вот дошкольное детство и младший школьный возраст, является для нас очень актуальным. И именно в этом возрасте у человека закладываются все, в общем-то, как мы говорим, будущие черты личности. Да? Значит, поэтому это время для нас, этот возраст является, период времени является очень актуальным. И мы давайте посмотрим, как же можно работать с детьми вот этого возраста, используя нетрадиционные формы работы. Но прежде чем мы с вами начнем говорить о том, какие же нетрадиционные формы работы мы можем, в общем-то, использовать эффективно с этой категорией в этом возрасте, мы с вами, наверное, отметим, что именно вот... наша с вами задача – создать такое образовательное пространство, которое, в общем-то, успешен будет для ребенка с образовательными потребностями, которые отличны от других детей, да, от детей, допустим, в норме, как мы говорим. И мы говорим о том, что наши методы, формы, приемы воспитания должны быть адекватны именно требованиям и возможностям вот именно у этих детей. Коллеги, тут еще мы должны понимать, что дети с ОВЗ, как и другие дети, могут быть организованными, могут воспитываться, особенно дошкольный возраст, в доме, да, мы говорим, у себя дома, в домашних условиях. Ну и мы, или же они могут находиться в детском саду, в группе, ну, скажем, частично, да, неполное время. И, конечно же, вот мы здесь должны учитывать, что родители для этих детей являются не только теми людьми, которые там, допустим, за ними ухаживают, но они, в общем-то, выполняют и функцию, ну, педагога в том плане, что они являются источниками знания, да? И родители тоже, как и педагоги, должны, в общем-то, знать,
какие же методы, формы приема являются наиболее эффективными для именно этого ребенка в этом возрасте, да? Ну и, коллеги, мы должны понимать, что вот наша с вами цель, говоря о том, что мы работаем с детьми инклюзивными, детьми с ОВЗ, вот наша с вами цель дошкольных учреждений, цель начальной школы, вот родители, общественности, это, в общем-то, это помочь достичь ребенку определенного статуса, да, и утверждение, подтверждение своей социальной значимости. Вот учитывая то, что мы работаем с детьми, у которых есть те или иные отклонения, да, мы должны понимать, что достичь определенного уровня, и для них это очень важно, да, важно, чтобы, ну, ребенок понимал, что он важный, что он нужный, что у него есть определенная, ну, социальная статусность, да, статус друга, статус сына, статус дочери, статус ученика там, допустим, да, вот это, конечно, очень-очень-очень важно. Ну и, конечно, уважаемые родители, дорогие слушатели, может, ну, коллеги, да, для нас, конечно, очень важно, чтобы, ну, ребенок развивается в общении, да, вообще не развивается. Конечно, было бы шикарно, если бы эти дети, были, конечно, интегрированы в образовательный процесс детского сада и школы, да, или школы. То есть, если бы они попали в систему инклюзивного образования. То есть совместное обучение детей с различными психофизиологическими возможностями, в общем-то, это, конечно, наша попытка, скажем, или наша попытка, ну, или наше старание придать этим детям уверенность в своих силах, да. Дети, они нуждаются не только в особом отношении, в поддержке, но также они нуждаются, конечно, в том, чтобы, ну, они были услышаны сверстниками, да, чтобы они были включены в социальную вот эту вот, чтобы социализация у них шла, да. Поэтому, уважаемые коллеги, вот для нас очень важно найти адекватные формы, методы, механизмы, да. Ну и прежде, чем мы с вами, значит, начнем работать дальше, давайте очень коротко вспомним, какие же категории детей с ОВЗ, ну, на сегодняшний день мы можем выделить, да. Это дети с нарушением слуха, это дети с нарушением зрения, с тяжелыми нарушениями речи, да, это дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, дети с задержкой психического развития, как мы говорим, ЗПР, да, с нарушением интеллекта, могут быть глубокие нарушения, может быть, ну, не очень глубокие, да, но и также дети, которые, в общем-то, имеют какие-то эмоционально нарушения в эмоционально-волевой сфере, аутисты и так далее, да. Ну и мы прекрасно понимаем, что, уважаемые коллеги, что вот каждому ребенку очень важно понимать, что он исключительный, что он может достичь успехов, что, в общем-то, мы верим в него, мы видим его старания, да. И вот наша с вами задача, уважаемые коллеги, это и школьные учителя, и педагоги дошкольных учреждений, и родители. Мы должны создать для этих детей ситуацию успеха, да. Что такое ситуация успеха? Вот любой ребенок, даже ребенок и в норме, и с ОВЗ, он ждет, в общем-то, одобрения, похвалы, да, чтобы его отметили. Особенно это касаемо детей дошкольного и младшего школьного возраста. Да? Чем младше ребенок, тем больше он нуждается в нашем одобрении, в поощрении. Вот это, конечно, очень важно, да. Ну и вот, как я уже говорила, цель
наша – это создание условий для максимального развития реальных и потенциальных возможностей ребенка и его ранней социализации. Ну, потенциальные возможности мы должны увидеть в ребенке его, ну, какой-то его резерв, да? Вот ему нравится, допустим, рисовать. Ему нравится, допустим, петь, да? Вы должны вот это вот увидеть и в своей работе максимально использовать то, те стремления, которые ребенок проявляет, да? Ну, а наша задача с вами это сокращение социальной изоляции ребенка. Ну, понятно, вот я уже говорила, чем больше ребенок общается, особенно ребенок с ОВЗ, со сверстниками, тем больше у него шансов к тому, что он, в общем-то, социализируется и будет себя чувствовать максимально комфортно в будущем, во взрослой жизни. Поэтому, коллеги, как мы говорим, наша задача – это сокращение социальной изоляции и приобщение его к различным формам продуктивной и, как мы говорим, творческой деятельности. Вот сейчас, секундочку, извините, пожалуйста, только отвечу на звонок. Сейчас, прошу прощения. Прошу прощения, сейчас, секундочку. Ну и, коллеги, вот смотрите, как раз наша тема с вами сегодня о том, как мы можем использовать нетрадиционные методы в работе с детьми вот этой группы, этого возраста, да. Как раз продуктивная и творческая деятельность является для нас с вами тем, наверное, резервом, при помощи которого мы можем, в общем-то, ну, ребенку дать толчок к развитию, да, к социализации. Это для нас, конечно, очень-очень важно. Ну и вот вы все, наверное, знакомы с трудами вот педагога-дефектолога Шумана, возможно, слышали. Вот он говорил, что чем ниже уровень психического развития ребенка, тем выше должен быть уровень образования учителя-педагога, да? То есть мы с вами должны знать не только там школьный материал, да, программу там какую-то. У нас с вами в арсенале должны быть те методы, формы и приемы, которые могли бы максимально приблизить ребенка к достижению своих целей, да, и для того, чтобы ребенок, в общем-то, с ограниченными возможностями здоровья с ранних лет, в общем-то, прошел школу социализации. Но это я к тому, что особые дети больше обычно нуждаются в доброжелательной, стабильной обстановке. Ребенок, который испытывает те или иные трудности в развитии, не может, понятно, социально адаптироваться, овладеть навыками адекватного, скажем, функционирования в обществе, если его детство проходит в искусственно созданной среде, которая сильно отличается, скажем, от обычной, да, если он находится, допустим, в интернате, дома, в какой-то группе, да, поэтому нам необходимо максимально ребенка приближать к естественным условиям. Вот поэтому, уважаемые родители, дорогие коллеги, мы должны с вами при работе с детьми с ОВЗ приложить все усилия, чтобы максимально раньше выявить нарушения в развитии ребенка и чтобы могли мы оказать комплексную психолого-медико-педагогическую помощь ребенку и его семье. Да? О семье я уже говорила многократно. Родители – это те люди, которые, в общем-то, больше всех заинтересованы в развитии ребенка, в его дальнейшем будущем. И эти люди очень
много времени проводит с этим ребенком. Да? Понятно, что мы должны максимально сократить разрыв между началом образования и моментом определения первичного нарушения развития. Помните, я в самом начале своей лекции говорила о том, что чем раньше мы начнем с детьми работать, тем больше у нас шансов на успех. Да? Шансов на успех, потому что именно дошкольный возраст, младший школьный возраст является тем периодом, самым сенситивным периодом, когда закладывается, в общем-то, ну, все, наверное, основы будущих наших успехов, да. Ну и, коллеги, вы, наверное, много раз слышали о субъект-субъектной педагогике, да. Субъект-субъектная педагогика – это когда мы к ребенку относимся не как объекту воздействия, а как субъекту совместной деятельности, да, то есть ребенок это не кувшин, куда мы закладываем информацию, а потом мы должны его вытащить, да, это полноправный участник образовательного процесса. Ну и понятно, что мы должны обучать детей по специальным образовательным стандартам, которые полностью учитывают особенности психофизиологического развитие ребенка, да. Ну и вот, коллеги, мы должны использовать специфичные методы приема средств обучения, да. Вот это как раз здесь речь идет, может, о нетрадиционных методах, да. То есть это те методы, которые для ребенка актуальны, когда ребенок, ну, в общем-то, готов включиться в образовательный процесс. Понятно, что, говоря о дошкольниках и младших школьниках с ОВЗ, мы никогда не забываем об индивидуализации образовательного процесса и дифференциации процесса. Да? То есть каждый ребенок индивидуальный, и у него должна быть индивидуальная образовательная траектория. Ну и интегративный подход в воспитательно-образовательном процессе – это касаемо и детей с ОВЗ, и детей, которые в норме. Ну и, коллеги, вот я говорила, значит, привела пример высказывания великого дефектолога немецкого, да, чем глубже какие-то там, допустим, отклонения ребенка, тем больше компетенции должно быть у педагога, да. Вот понятно, что требования к педагогу, работающему с детьми ОВЗ, они весьма-весьма, ну, многогранные. Это, коллеги, касается не только педагогов, но, наверное, в общем-то, и родителям предъявляются очень высокие требования, поэтому мы должны помочь максимально и родителям детей, да, чтобы они не остались, так скажем, наедине со своими проблемами, со своими вопросами. Мы должны максимально и родителей вовлекать в образовательный процесс, и требования к родителям тоже очень высокие. Ну, понятно, что вы должны уметь занять свою позицию по отношению к ребенку, да, корректировать собственную картину мира. Вот здесь о чем я говорю, коллеги. Вот смотрите, вот я вот проговаривала о том, что очень важно, чтобы сейчас дети с ОВЗ были интегрированы в образовательный процесс, да. И вот это так называемое инклюзивное образование, да, когда дети с ОВЗ обучаются, живут, воспитываются рядом с детьми, которые, ну, находятся, у которых в норме. Вот смотрите, даже мы не говорим о общественности, ну, вот, допустим, родительской, даже среди педагогов не все воспринимают идеологию инклюзивного образования. То есть не все, в общем-то, способны корректировать собственную картину мира, то есть преодолевая некие свои, может быть, ну, мировоззренческие подходы. Вот смотрите, коллеги, среди педагогов, да, ну вот смотрите, 5% против инклюзивного образования. То есть они не считают возможным нахождение детей с ОВЗ в тех классах, в тех группах, где, в общем-то, находятся, обучаются дети в норме. Да? А касаемо родителей, 32% родителей тоже, в общем-то, против. Что касаемо граждан, ну, это не родители, не педагоги, не педагоги дошкольного дополнительного образования, просто рядовые граждане, 33% тоже против инклюзивного образования. Вот смотрите, в общем-то, ну, картина достаточно удручающая, да, поэтому педагоги, родители должны корректировать именно собственную картину мира.
Ну, понятно, быть готовым к внутреннему диалогу, способность видеть себя со стороны, слышать себя со стороны, да. Ну и о профкомпетенции мы и не говорим, да. Компетенции профессиональные – это уже, ну, вне всяких сомнений. Ясно, четко излагать свои мысли, свои видения, соблюдать направленность в разговоре, то есть должны вот эту красную нить не упускать, да, понимать, кому, зачем, что, где, когда и как говоришь. Это, конечно, и нам не помешает, да? Мы должны понимать, как, с какой аудиторией разговаривать, да? У каждой аудитории, ну, свои подходы. Вот, а здесь особенно важно, да? Вот кому ты говоришь? Зачем ты это говоришь? Лишних слов не должно быть, да? Когда ты это говоришь? Где ты это говоришь? Как ты это говоришь? Вот эта позиция, вот мне, допустим, очень нравится. Должны мы видеть своего зрителя, своего собеседника и соблюдать эмоциональный ритм беседы, да? Вот не монотонно, не громко, то есть исходя из той ситуации, в которой мы находимся, да? Импровизировать на ходу мы, родители, мы должны, мы с вами должны. У ребенка очень быстро меняется настроение, да? Перепады настроения, то он веселится, то он ревет, вот этот момент тоже у нас есть. Ну и, уважаемые коллеги, мы должны уметь выделять и повторять главные мысли, ну и владеть своим голосом, да? То есть вот это касаемо того, какие компетенции необходимы для работы с детьми с ОВЗ. Ну и, уважаемые коллеги, понятно, что мы с вами самое главное, давайте резюмируя эту часть нашей лекции, придем к выводу, что вот мы должны, вот независимо от того, какие у ребенка имеются нарушения в здоровье, да, видеть ценность каждого ребенка, да, независимо от его достижений и результатов, да. Значит, дальше, да, вот, коллеги, я вижу, что педагоги против инклюзии, вот поэтому я по ходу читаю ваше послание, да, вот поэтому вот я и говорю, что вот 35% педагогов, они, в общем-то, против инклюзивного образования. Я не обвиняю, не сказала, ведь я ни разу в вашу сторону не сказала, что педагоги не готовы, не желают ни в коей мере. Значит, я говорю только о том, что мы должны делать, да. Я не говорю о том, что я не обвиняю голословно, что педагоги плохие, поэтому не готовы. Нет, ни в коей мере. Я просто констатирую факты, что вот на сегодняшний день 35% педагогов против инклюзивного образования. Я это говорила в контексте того, уважаемые коллеги, мне очень приятно, что меня внимательно слушаете. Я в контексте того, что педагог тоже должен уметь корректировать собственную картину мира, преодолевая некие свои мировоззренческие аспекты. Вот, значит, второй пункт, посмотрите, пожалуйста. Вот я в контексте этого сказала, что сегодня 35% педагогов, в общем-то, против инклюзии. Вот поэтому мы, да, я согласна, у нас будет, если есть желание, мы тему с вами возьмем, инклюзивное образование, там мы посмотрим проблемы инклюзивного образования, почему так получается, значит, да, почему у нас вот эти вот 2-3 ребенка, допустим, которые в группе инклюзивной находятся, может быть, мешает большинству детей, да? Почему так получается? Над чем надо работать? Каковы пути преодоления вот этого кризиса? Это не сегодняшняя наша тема, коллеги. Об этом мы с вами поговорим. Ладно? Сегодня наша тема нетрадиционная форма работы. Но вот я констатирую факт, что да, сегодня большинство родителей, педагогов не воспринимают это направление. Почему, как, где упускаем, что упускаем. Позвольте, мы с вами поговорим на специальной лекции, которая посвящена инклюзивному образованию. Коллеги, договорились? Значит, да, условия труда. Коллеги, вот я сейчас еще хочу сказать, что развитие ребенка определяет среда. Определяет среда. Среда направляет, среда мотивирует, среда, в общем-то, определяет развитие ребенка. Да, у нас
возможно, что и нету той материальной базы, которая необходима. У нас, возможно, и группы переполнены. Нет у нас медсопровождения достаточного. Да, это я все понимаю. Об этом мы с вами поговорим. Вот то, что вы сейчас, да, вот педагоги свою картину корректируют, но условия труда не создаются. Тоже согласна. Об этом тоже мы с вами поговорим. Ну вот только давайте на специальной лекции, которая посвящена инклюзивному образованию. А пока вот я назвала вот те компетенции, которые педагога должны быть для работы в инклюзивной среде или с детьми с ОВЗ, даже не в инклюзивной среде, допустим, даже в специальной группе, допустим, в коррекционном классе, в коррекционной группе. Вот я об этом хочу сказать, да? Ну и, коллеги, вот, конечно же, мы сейчас пришли к выводу, что каждый человек способен чувствовать, способен думать, понимать, да, каждый имеет право для того, чтобы его услышали. И, значит, и, конечно же, вот, коллеги, может, даже я на ваш вопрос отвечу. Подлинное образование, он осуществляется только в контексте, ну, реальных взаимоотношений, да, в реальном взаимоотношении ребенок социализируется, познает окружающий мир, корректирует свои действия. Это, конечно, очень важно. Ну и, коллеги, вот смотрите, для всех обучающихся достижение прогресса, оно скорее должно быть, не, должно быть в том, что они могут, а не больше в том, что они смогут, чем в том, что они не могут, да? То есть это касаемо вот инклюзии, четко это мы должны понимать, да? То есть для одного ребенка в течение 15 минут написать, ну, давайте возьмем, ну, детей дошкольного возраста старшего, да, подготовительная к школе группа, допустим, для одного ребенка за 15 минут нарисовать красивую картину с озером, там, с лебедями, там, солнышко, трава, ничего не стоит, да ведь? А второй ребенок может нарисовать, ну, какую-то часть или один цветочек. Вы должны хвалить и того ребенка, который нарисовал целую картину, и тот, кто нарисовал цветочек, исходя из своих возможностей. Да? Для него достижение то, что нарисовал, разукрасил, да еще подписал, а для другого достижение то, что он нарисовал, солнышко или цветочек нарисовал. Да? Вот об этом мы тоже прекрасно знаем. И, конечно, уважаемые коллеги, мы должны делать так, чтобы разнообразие усилили жизнь ребенка, в том числе ребенка с ОВЗ. Ребенка с ОВЗ. Коллеги, вот смотрите, вот именно для этого мы должны использовать как традиционные, так и нетрадиционные методы работы с детьми с особыми возможностями здоровья или с особыми потребностями, да? Вот смотрите, коллеги, вы все здесь, вот я вижу по вашим ремаркам, по вашим, значит, вот, по вашему диалогу, да, что, значит, здесь педагогов очень много. Мы знаем, значит, что в настоящее время, ну, существует множество классификаций методов, да? Значит, это способ взаимодействия с детьми, чтобы передать им свои знания, умения, навыки, компетенции сформировать, да? Вот, ну давайте сейчас мы, не наша тема, не будем вот эти классификации вдаваться, просто скажем следующее, да? Что у нас вот условно мы делим на словесные группы методов, да, на наглядные и на практические, да? Словесные – это рассказ, беседа, чтение и так далее, да? Наглядные – все методы, которые воспринимаются органами зрения, да, значит, а практически, когда мы манипулируем, ну, какие-то манипуляции происходят, да. Но понятно, что, уважаемые коллеги, все эти методы для того, чтобы достичь максимального эффекта, должны быть взаимосвязаны, да. Мы рассказываем, в то же время показываем, руками что-то проделываем, когда наша с вами задача как можно больше органов, значит, сенсорных органов привести в состояние возбуждения, да? То есть вот мы должны увидеть, мы должны потрогать, пощупать, попробовать на вкус при возможности, понюхать, нарисовать. То есть мы должны использовать все вот эти вот наши, значит, всю сенсорную систему, да? Ну вот, коллеги, смотрите. Понятно, что чем младше ребенок, тем больше информации он воспринимает через органы зрения, да? 80% информации мы воспринимаем через органы зрения в дошкольном, младшем школьном возрасте. Чем ребенок старше, тем у него появляется больше сформированных понятий, у него формируются элементы абстрактного мышления, значит, и он уже, в общем-то, ну,
чем больше понятий, тем большим понятием он может оперировать, да, и у него уже, вот мы говорим, значит, вот это абстрактное мышление, логическое мышление уже хорошо развито, да. Вот, значит, коллеги, вот мы приходим к выводу, при работе с детьми в норме, с детьми ОВЗ, наша с вами задача, значит, какая? Чтобы у ребенка работали органы зрения и органы слуха, и тактильная система, и так далее, и так далее. Да? Вот, традиционные формы метода обучения это какие? Вот я говорила, рассказ, чтение, показ, там, допустим, да, значит, и так далее, и так далее. Значит, а нетрадиционные формы работы это когда ребенок и педагог сотрудничают, да, и в чем заключить сотрудничество. То есть мы свое, в передаче наших знаний, умений, навыков, да, которые, в общем-то, предусмотрены содержанием программы. Да? То есть мы ведь в садике, в школе не просто пришли сегодня о погоде, завтра о природе поговорили. Да? У нас есть четкие стандарты ПГОС, да, учебный план, программа, по ним работаем. И вот мы передаем ребенку свои знания, умения, навыки, содержание программы с использованием либо традиционных методов, это чтение, это рисование, допустим, это рассказ, либо же необычных форм и приемов. Коллеги, я прочитаю, вот вы тут мне написали, что, а то сейчас уходит наверх, я не увижу. Сейчас. Угу. Чуть попозже отвечу, ладно, а то сейчас уйдет наверх, я не увижу. Но вот смотрите, какие же необычные формы, приемы и методы мы можем использовать для того, чтобы передать ребенку свои знания или же для того, чтобы помочь освоить вот эту образовательную программу, которая определена стандартами, да? Ну, давайте посмотрим. Значит, понятно, значит, вот эти нетрадиционные формы, уважаемые коллеги, они иногда не являются полновесными, они иногда не могут заменить полностью наши традиционные методы, да? Вы смотрите, независимо от вида занятий, они должны нравиться ребенку. Если ребенку вот вы раз, два, три эти методы использовали, ребенку а то не подошло, как мы говорим, не зашло, мы говорим, да? Мы должны от них отказаться. Какими бы инновационными эти методы ни явились бы, если ребенку это не зашло, в кавычках, мы отказываемся. Ну, давайте пример. Мы решили провести занятие в игровой форме, вы принесли игрушку-петрушку, и вот с этим, или клоуна какого-то, и с ребенком работаете. Ребенок не воспринимает, не надо, отторжение. Все, вы от этого нетрадиционного метода отказываетесь. Ну и понятно, обязательная регулярность занятий и дисциплина должна быть со стороны родителя, со стороны детей, да? Какими вы там, как бы вы ни изощрялись, если ребенок, вы можете быть педагогом 7 пядей во лбу, да? Если ребенок ходит в садик от случая к случаю, если он пропускает, если это систематики, нетрадиционные, не нетрадиционные методы формы вам не помогут. Ну и понятно, что ребенку должно быть комфортно как и на занятиях, так и при выполнении домашних заданий. Если вы во время занятий используете нетрадиционные методы, допустим, ну, может быть, какие-то физкульт-минутки, может быть, какие-то, я не знаю, еще какие моменты, а ребенку некомфортно, вот тогда вы от них тоже отказываетесь, да? Ну и абсолютно все, что используется на занятиях, должно быть максимально безопасным. Никаких экспериментов со здоровьем жизни детей не должно быть, да? Речь идет о нетрадиционных методах. Значит, здесь мы говорим о том, что, может, ваша фантазия вам подсказать какие-то, допустим, иные способы, там еще что-то, да, но оно должно быть все абсолютно безопасным, да. Вот это касается и нетрадиционных методов, и традиционных методов. И, уважаемые коллеги, дорогие родители, еще посмотрите, пожалуйста. Значит, очень важно, что ни один вот метод нетрадиционный, да, нетрадиционный метод, он не может быть самодостаточным и самостоятельным. Вот наши нетрадиционные методы, коллеги, они только дополняют
те методы, традиционные формы, технологии, приемы, с которыми мы работаем. Вы дети учите читать абсолютно адекватно, используйте традиционные классические методы. А к вам в гости пришел старичок-лесовичок, хочет узнать, как же дети сегодня научились читать. Это просто как дополнение идет, да? Или, допустим, вы решили, давайте-ка всем покажем, значит, построим букву А. Вот буква А там или еще что-нибудь, да? Это только как для закрепления, да, идет. Заменять, значит, традиционные методы вот этими методами, конечно же, не стоит, да? Нетрадиционные методы идут как для закрепления. Вот это, значит, в чем нетрадиционность, о чем чуть попозже об этом поговорим. Сейчас мы, Наталья, там у меня есть классификация. Чуть-чуть потерпите, пока я вот вводную лекцию провожу, вот расскажу потом, какие нетрадиционные, потом расскажу. Значит, вот смотрите, использование этих методов, она, скорее всего, служит, чтобы ребенку было комфортно, чтобы в игровой форме он это освоил, да, материал. Значит, вот это как бы вот для сознания так, некого благоприятного фонда и для того, чтобы мы, значит, ну вот, освоили материал для закрепления, для разрядки некой, да. Вот, а какие методы, чуть попозже мы, Наталья, поговорим, ладно? Пока вот я как бы, мы знали, о чем. Вот сейчас буду, какие методы, а пока говорю, как с ними работать. Чуть так, вот такие дела. Ну и, уважаемые коллеги, понятно, что при выборе этих методов, что мы учитываем? Понятно, что возраст детей, да, я уже говорила, помните, чем младше ребенок, тем больше участвуют органы зрения, да? Физиологические особенности детей. Понятно, если у вас перед вами ребенок, допустим, с нарушением опорно-двигательного аппарата, вы не будете использовать какие-то там подвижные игры, да? Сенсорную сферу обязательно учитываем, да? Особенности речи учитываем. Ну и психодинамические особенности тоже мы учитываем, да? Если, допустим, бывают суперактивные ребенки, гиперактивные, как мы говорим, да? Бывают дети, которые, ну, слегка заторможено восприятие окружающего мира. Конечно же, выбирая те или иные методы, мы на них, конечно же, делаем, да. Ну вот, а теперь, уважаемые коллеги, Наталья, значит, все остальные, давайте посмотрим, какие же методы, какие же технологии, значит, являются, ну, нетрадиционными, да? Нетрадиционными. Понятно, что вот речь. Этих методов много, давайте их в какую-то классификацию небольшую сделаем и будем рассматривать, да, будем рассматривать. Да, вполне возможно, что вы, когда мы говорим традиционные методы, ожидание может быть, не знаю, какие-то вот у вас, ну, может быть, что-то другого ждете, но тем не менее, вот эти методы, они нетрадиционными называются, вы с ними работаете, давайте мы немножечко поговорим в рамках отведенного времени, какие же традиционные методы для нас актуальны. Но мы знаем, что технология – это некая сложная структура, которая направлена на формирование определенных компетенций, определенных знаний, умений, навыков, личностных качеств. Да? В технологии входит все, начиная от задачи, да? Значит, методы, приемы, формы и так далее, и так далее. Вот мы говорим о технологиях здравосберегающих, вот и какие же методы здесь являются нетрадиционными, давайте посмотрим. Но здравосберегающие технологии сегодня очень актуальны в школах, в детском саду, в вузах, в колледжах. Речь идет о детях с ОВЗ. Эти технологии, они особенно актуальны, да? Вот эта система мероприятий, допустим, да, которые, в общем-то, помогает оздоровлению, коррекции, профилактике детей, родителей и педагогов, да? Но его задача обеспечить детям помогать им сохранить здоровье, формировать, значит, навыки ЗОЖ, ну и уметь использовать эти знания в повседневной деятельности. Ну и, значит, для чего эти методы нужны? Это память улучшает, мышление, да, двигательная активность стимулирует, развивает дыхательный, артикуляционный аппарат, речевые функции, соматика улучшается. И вот что мы здесь, уважаемые коллеги, какие же это формы и методы, да, какие же, что мы здесь используем?
Понятно, что традиционный урок физкультуры, бегаете там, да, значит, какие-то гимнастики, какие-то упражнения, да. Вот, допустим, во время занятий, там, я не знаю, любых занятий, русский язык, башкирский, татарский, там, я не знаю, английский и так далее, вы с детьми младшего школьного возраста проводите гимнастику для глаз. Вот это и есть нетрадиционная форма. Вы поработали, значит, да, глазки устали, вы читали и гимнастику провели, да? Вы провели пальчиковую гимнастику, да? Значит, чтобы, ну, привести организм, ну, так скажем, в нормальное состояние, да? Вы, значит, какую-то игровую оздоровительную гимнастику провели, да? Вы провели подвижные спортивные игры. Вот, допустим, у вас, значит, занятие какое-то, да, ну, допустим, тут же, тут, ну, допустим, даже если, допустим, знакомились с окружающим миром, да, вы читаете, знакомитесь, допустим, с деревьями, с кустарниками, да, значит, прочитали там, значит, нарисовали, потом говорите, а теперь давайте мы представим, что поднялся ветер, как у нас будут, значит, ну, шуметь деревья, и пошумели, как деревья, допустим, да, значит, допустим, распускаются там веточки, там, да, ой, листочки и так далее, да, или раз, два, три, к липе беги, раз, два, три, к ясеню беги, да, или какой ветке детки, да, вот это и есть использование нетрадиционных игровых методов, ну, допустим, на занятиях по окружающему миру, допустим, да, или на других занятиях. То есть вот когда вы закрепляете пройденный материал, значит, вот именно таким игровым способом, при этом вы закрепляете знания деревьев, там, допустим, да, там и так далее, и так далее. Так, значит, дальше. Понятно, что это утренние гимнастики, занятия о здоровье, самомассаж, активный отдых. Как ни, вот это тоже относится к нетрадиционным методам. Да? Утреннюю гимнастику мы проводим, значит, у нас есть определенный комплекс гимнастики, да, который нам рекомендуется. Тут мы его обогащаем, значит, какими-то другими, значит, игровыми моментами. Занятия здоровья проводим. Да? Значит, приглашать туда можно это занятие родителей. Можем пригласить тренера соседней спортивной школы, можем пригласить, да, можем на этом занятии посмотреть какой-то фрагмент, там, допустим, ну, какого-то чемпионата, можете встать и поделать какие-то там, допустим, упражнения, да, вот, то есть не только рассказываете, но ваше занятие обогащается какой-то вот, значит, допустим, вот таким содержанием, да. Это тоже нетрадиционно является. Активный отдых тоже нетрадиционный. То есть вы, допустим, с родителями в один из выходных, допустим, хорошую погоду, пошли куда-то на речку из сельской местности, парк отдыха там, допустим, да, с родителями организовали там футбол, в команде, допустим, родители, в команде там дети, мини-футбол там и так далее, да, или провели там, допустим, семейные эстафеты. Это тоже является нетрадиционной формой работы в детском садике, в дошкольном учреждении, в школе. Вот это и есть нетрадиционные формы работы. Но вот я почему сначала, уважаемые коллеги, рассказала о том, что эти занятия, вот эти нетрадиционные формы, они не могут полностью заменить традиционные формы для достижения тех целей, которые поставлены стандартным и учебным планом. Да? Вот смотрите, если вы, значит, проводите серию занятий о здоровье, допустим, да, вот, да, у вас там и чтение будет, у вас там будет и рассказ, и показ картин, допустим, да. Но для того, чтобы детям было интересно, вы это разнообразили какой-то нетрадиционной формой, да? Вот что-то интересное внесли. Что-то интересное внесли. Так, дальше, значит, ну, коррекционные технологии, они тоже у нас сегодня имеют место быть, они очень важны, они очень нужны, особенно когда мы говорим о детях с ОВЗ. Итак, давайте посмотрим, какие же коррекционные технологии мы сегодня очень эффективно используем в дошкольном учреждении, в школе. Это игротерапия. То есть игра является ведущим видом деятельности у детей и дошкольного возраста, и младшего школьного возраста. В игре ребенок развивается, в игре ребенок живет, в игре ребенок растет, мы говорим, да? Цветотерапия, сказкотерапия, изотерапия, звукотерапия. Вот эти коррекционные технологии
тоже является нетрадиционными формами для достижения поставленных целей с детьми с ОВЗ. Но давайте мы с вами начнем с игротерапии. Очень коротко. Значит, игра какие функции выполняет? Развлекательную, коммуникативную, социализацию, да, значит, функцию социализации, значит, диагностическую и социальную функцию выполняет, да. Значит, то есть, вот я уже говорила, в игре ребенок растет, развивается и воспитывается. Ну и, уважаемые коллеги, когда мы часто должны использовать игровые технологии, игровую терапию с детьми с ОВЗ? У нас есть занятие, это уже игра, да? Вот когда у ребенка, ну, в общем-то, мы видим нарушение в поведении и дисгармонию я-концепции, да? Вот именно игра помогает, как нетрадиционные технологии, помогает ребенку вот именно в данном случае. Самоприятие ребенка очень низкое. Тоже вот игротерапия является очень важным как бы методом, да? Неуверенность, сомнения. Вот при помощи игры вы в ребенке воспитываете веру в себя, да, в игровой форме. Очень тактично, очень ненавязчиво. Вот ребенка вы вот именно вот формируете именно уверенность в нем, да. Тревожность, да, ребенка, враждебность по отношению к окружающему миру, неустойчивость, да, для того, чтобы сблизить группу, класс в игровые технологии, методы используете, да, и, конечно, для снижения напряженности, тревоги, страха, потому что игра – это естественное состояние ребенка, вот в процессе игровой деятельности, но, в общем-то, ребенок, он, значит, социализируется, да. Ну, вот тут уже понятно, для чего мы это. Повышаем самооценку, верить в свою силу, эмоциональное состояние улучшается, значит, это снижение страхов, тревожности, стресса и коррекция затруднения, значит, в чтении и так далее, да. То есть вот коллеги, в том числе вот и к Наталье тоже обращаюсь, ведь игра – это нетрадиционная форма, да, мы ведь не всегда игру используем, да, вот вы учите ребенка читать, да, но теми же методами, формами, приемами, которые являются для нас классическими. Но ребенок напряжен, он находится в страхе, он очень тревожен, да, вот игровыми методами вы можете вот это все снять, да. Но вот понятно, когда мы используем вот эти вот игровые технологии, мы, конечно, стимулируем у детей, конечно, ну, для стимулирования, чтобы у ребенка пробудился интерес к обучению, да, в речевом развитии отставание, да, вы в игре проговариваете, он какую-то сказку придумал, вам рассказывает, да, он какие-то действия делает, да, вот он как бы расслабляется, да, ну и понятно, что снижается тревога, да, вот, допустим, утром ребенка привели в садик, он не хочет от мамы отрываться, да, вы говорите, о, вот там пришел, допустим, Миша, Катя пришла, Катя, мы тебя ждем, вот мы тут начинаем играть, вот у нас домик сказочный, вот наш поезд отправляется в путешествие, садись, мы поехали, мы только тебя ждем, да, вот таким образом вот мы с ребенком будем работать. Ну и, уважаемые коллеги, понятно, что если у ребенка, допустим, бронхиальная астма, вы можете какие-то игровые движения, допустим, вдохнули, мы как шарики надулись, да, шарики полетели там, допустим, ну вот таких игровых моментов превеликое множество, да, превеликое множество. Для лечения заикания вы проговариваете какие-то моменты, да, вот, значит, допустим, с какими-то персонажами, там, не знаю, как там, я не знаю, Белочка, там, Зайчик, да, вот ребенок, играя, он, в общем, забывает о своих недугах, да. Ну и, значит, понятно, что мы с вами должны создавать положительную эмоциональную такую атмосферу, да,
обеспечить, чтобы ребенок выполнял игровые действия. Мы должны сопереживать ребенку, вместе с ним переживать какие-то игровые моменты. Мы должны разнообразить игровые действия, чтобы каждый одни и те же движения не были. Сегодня мы играем вот одно игровое действие, завтра другое игровое действие, потом снова возвращаемся. Атрибутика должна быть игровая, да? Значит, вот, допустим, вы играете в домик или хозяюшку, или парикмахерскую. Сегодня вот, значит, вот такие ножницы, завтра другие ножницы. Цветочный магазин сегодня розы, завтра хризантемы продаете. В процессе игры вы учитесь общаться. Здравствуйте, какой вам цветок предложить? Вот так, так называется цветочек. Значит, какие-то карточки, да? То есть игровая атрибутика, она должна быть разнообразной, вот, значит, чтобы вы поддерживали у ребенка игровой интерес. Игровой интерес. Пришел как покупатель ребенок, пришел как покупатель ребенка, который заикается, да? Вы ему даете возможность проговориться, чтобы у него чувство тревоги исчезло, да? Или ребенок, допустим, который плохо разговаривает, там, допустим, да? Или ребенок, у которого другие проблемы. Вы ему помогаете в выборе цветочка, там, допустим, да? Вместе проговариваете, как будете ухаживать, где вы этот цветочек посадите. То есть вот в такой форме вы ребенком, но общаетесь и снимаете у него чувство тревоги, напряженности, и ребенок становится самим собой. Я прошу прощения. Алло. Ага, да, добрый день еще раз. Пусть приедут, нас осветят, но только, наверное, к 3 часам ближе, ведь, да, они приедут? Наши... Да, будут. Там будет, да, глава даст, скорая помощь будет, главврач будет на месте, Любовь Денисовна будет, все интервью дадут, студенты мы же... Но мы ведь выпускаем фельдшеров скорой помощи, можем студента какой-нибудь... Да. Отлично, будем ждать. Что такое? Ага, меня слышно, да? Коллеги, прошу прощения, не выключила микрофон. У меня 2-3 мероприятия параллельно идут. Сейчас приду. Все, ага. У нас 2-3 мероприятия. Всероссийская тут у нас конференция, и вот БСТ приехала, у нас снимают. Поэтому, извините, пожалуйста, чуть-чуть отвлеклась. Ну, коллеги, вот такая, значит, такая информация. Ну, еще одна нетрадиционная форма – это сказкотерапия. Или, когда мы говорим, сказка как метод работы, библиотерапия. Вот, сказка решает те же проблемы, что и вот и игротерапия. Да? Коллеги, у нас времени очень мало, давайте пробежимся быстренько. Цели – то же самое напряжение снимаем, развиваем чувство уверенности, коммуникативные какие-то качества у ребенка формируем. Ну и, значит, сказки мы любим все, детям своим рассказываем, да, внукам. Понятно, что это тоже нетрадиционная форма, элементы сказок можно использовать и во время чтения, да, значит, и во время, значит, и на уроках математики, и на уроках русского языка, то есть и в свободной деятельности. Это, конечно, очень такой метод. Изотерапия, когда мы с детьми рисуем, лепим, вырезаем, ну и какие-то
какую-то продукцию свою создаем, да, ведь это аппликация, может быть, это поделки с глиной, пластилина, может быть, да, то есть ребенок создает некий продукт, который, ну, является творческим, креативным, да, ну, понятно, то же самое, свою агрессию впускает, у него мелкая динамика, мелкая моторика развивается, рефлексия у него развивается, самоконтроль, отношения между детьми, общение, ну, и мы определяем, понимаем состояние другого человека, да, вот это, уважаемые коллеги, и рисование, и пальцами, рисование на воде, как мы говорим, да, рисование углем, ну, тут превеликое множество, да, тут, значит, макани, вот эти вот, да, значит, вот это вот все мы говорим из-за терапии. Светотерапия, когда мы используем возможности света для познавательной, речевой и коммуникативной деятельности наших детей. Ну и, коллеги, звукотерапия, когда мы звук используем для оздоровления, для гармонизации, используем звукотерапию на всех видах занятий, можно свободной деятельности, да. Коллеги, к сожалению, вот у нас время вышло, как всегда, час – это ни о чем, это очень мало. Ваши вопросы я видела, я, значит, вот прочитала. Тут больше вопрос касается организации инклюзивной среды. Вот пишут, что я работаю с ребенком, который, значит, мешает вести занятия. Вот, вот нам очень тяжело, как нам быть, да? Вот пишут, что вот прием рука в руке, вот некоторые используют, да? Очень хороший прием, да? Вот, значит, коллеги, к сожалению, у нас времени нет. Если вас тема заинтересовала, мы с вами можем еще раз провести лекцию на тему именно особенности работы с детьми в инклюзивном образовательном пространстве. Время 3 часа. У меня следующая лекция, у нас конференция. Спасибо большое за внимание. Я была очень рада вот вашим посыланиям. Вот вы писали, я вот читаю. Ну, рада, что вы меня слушали активно и включились в процесс обучения.